Уняны. В одном стойбище много чумов было. В чумах венки жили. Дружно, хорошо жили. Охотились, рыбу ловили. В свободное время пели, плясали, играли. Вдруг в один день над тайгой что-то сильно зашумело. Взглянули люди наверх, видят, летит кто-то крылатый, огромный, страшный. Это злой людоед, шаман Курэндо был. Он большие крылья надевал, всюду летал, глотал людей. Опустился Курэндо в стойбище, стал хватать людей. Кого схватит, живьем глотает. Никому не удалось спастись. Всех поймал. Всех проглотил Курэндо. Одна старушка уцелела. Пока Курэндо людей ловил, наглотал, она под железный котел села. Накрылась им, притаилась. Старушку Курэндо не нашел. Проглотил он всех людей, взмахнул крыльями, поднялся высоко-высоко и улетел. Когда затих шум, вылезла старушка из-под котла. Пошла чума осматривать. Пусто в чумах, ни одного человека нет. Заплакала старушка. Как одна без людей жить буду? Заглянула в последний чум. Думала, и в нем пусто. Глядит, в чуме мальчик лежит, совсем маленький. Обрадовалась старушка. Сделала колыбельку, стала качать мальчика, стала растить его. Назвала мальчика Уняны. Не годами, днями рос Уняны. Когда подрос, возмужал, стал на охоту ходить. Стал кормить старушку. Спросил однажды Уняны: «Бабушка, почему во всем стойбище только ты да я? Где все наши люди? Умерли они, что ли?» «Нет, малыш, их всех в одну ночь людоед проглотил. Я под котлом спряталась. Ты в чуме неведомо как уцелел. Вот я тебя и выкормила, вырастила». «Куда же этот людоед ушел? Скажи мне». «Сказала бы, да сама не знаю». Рассердился сильно Уняны. Решил найти людоеда, наказать его. Пошел в тайгу. Поймал дикого оленя, принес в чум бабушке. «Бабушка, не этот ли съел людей?» «Нет, малыш, нет, не он. Это добрый зверь, это олень. Снеси его туда, где поймал, и отпусти». Послушался Уняны бабушку, отнес дикого оленя в тайгу и отпустил. Сам стал людоеда искать. Увидел росомаху, поймал, притащил в чум к бабушке. «Бабушка, не она ли погубила всех наших людей?» «Нет, малыш, нет, это росомаха. Она ни в чем не виновата. Отнеси ее на то место, где поймал, и отпусти». Уняны послушался бабушку, отпустил росомаху. Поймал лося, в чум привел. «Бабушка, не этот ли съел людей?» «Нет, малыш, нет, не он. Это лось. Он не ест людей. Отведи его туда, где поймал, и отпусти». Отпустил Уняны лося, поймал волка. Привел в чум, спрашивает: «Не он ли съел наших людей?» «Нет, малыш, нет, не он. Это волк. Отпусти его».
У Няны волк отпустил, медведя поймал. Бабушка и медведя велела отпустить. Так у Няны тоска к бабушке всех зверей, больших и маленьких. И всех бабушка велела ему относить в тайгу, отпускать и не обижать. Затосковал у Няны, не знает, что делать. Заметила это бабушка, не вытерпела, сказала: «Малыш, не ищи людоеда в тайге. Обликом он похож на огромного человека. Прилетел он к нам на крыльях, как птица, и улетел обратно. А куда, не знаю. Знаю только, что это злой шаман Корендо». Перестал у Няны ходить в тайгу. Выпросил у бабушки крышку от большого котла, достал молоток и принялся ковать для себя крылья. Целый день у огня сидит, кует. Долго ковал, выковал, стал бабушку спрашивать: «Хороши ли крылья?» «Нет, малыш, не очень хороши. У Корендо крылья больше». Снова принялся у Няны за работу, стал делать крылья больше. Когда сделал, захотел испытать их. Поднялся в небо и спрашивает бабушку: «Бабушка, Корендо летал на такой высоте, как Тетерев?» «Нет, малыш, повыше». У Няны опять стал ковать. Еще больше сделал крылья, снова поднялся. Бабушку спросил: «Бабушка, Корендо летал так же высоко, как Рябчик?» «Нет, малыш, Корендо выше летал. Он летал, как теперь ты летаешь, не ниже». Чтобы победить Корендо, надо сделать крылья больше, чем у него, и летать надо выше, чем он летает. Помни, Корендо большой и сильный. У Няны не огорчился, не отступил, опять за работу принялся. Без отдыха сидит у огня, молотком стучит, железные крылья мастерит. Еще больше сделал крылья, поднялся в небо испытать их. Летает, сам бабушку спрашивает: «Бабушка, скажи, повыше или пониже меня летал Корендо?» «Теперь ты летаешь выше Корендо, он пониже летал». Поднялся у Няны на большую высоту и увидел вдалеке огромный чум. Полетел в ту сторону. Прилетел у Няны к тому чуму, увидел столбище, увидел место, где опускался Корендо на землю. Стал кружить над чумом, кружит, сам поет: «Выходи, Корендо, из чума, прилетел я с тобою сражаться». Долго пел. Корендо из чума не вышел, его в чуме не было. Вышла из чума женщина, жена Корендо, и сказала: «Эх ты, глупец, глупец, тоже нашелся какой, хочет с Корендо равняться. Корендо — могучий шаман, его победить невозможно. Если ты смерти ищешь, тогда и лети, Корендо». Показала она у Няны, куда ему лететь. Взвился он и полетел дальше. Долго летел. До второго чума долетел. Увидел место, где Корендо на землю опускался. Закружил у Няны над чумом, запел свою песню. Стал вызывать Корендо на битву. «Выходи, Корендо, из чума, прилетел я с тобой сражаться». Вместо Корендо из чума вышла вторая его жена и
и пропела ему в ответ. Корендо – могучий шаман, его победить невозможно. Если ты смерти ищешь, тогда и лети, Корендо. Пропела она свою песню и указала у няны, куда ему лететь. Замахал он крыльями и полетел. Долго летел. Увидел третий чум. Стал вызывать Корендо. Ну и там Корендо не было. Полетел у няны в четвертое стойбище. И там людоеда не нашел. Полетел в пятое. И там его не застал. Побывал в шестом. Увидел не Корендо, а шестую его жену. От нее и узнал у няны, что Корендо сейчас живет в седьмом стойбище. И все жены Корендо, с которыми он разговаривал, пели ему одну и ту же песню. «Корендо – могучий шаман. Его победить невозможно. Если ты смерти ищешь, тогда и лети, Корендо». Но их слова не испугали у няны. Полетел он дальше, к седьмому чуму Корендо. Прилетел, закружил над чумом людоеда и запел. «Выходи, выходи, Корендо! Прилетел я с тобою сражаться!» Пение у няны услышала седьмая жена Корендо. Она вышла и запела в ответ. «Не тревожь! Не буди Корендо! Корендо — могучий шаман! Я не стану будить Корендо! Он высоко на крыльях взлетит! Он тебя непременно убьет! Перед ним ты слаб, беззащитен!» Но и она не испугала у няны. Он стал кружить все ниже и ниже и пел все громче и громче. «Корендо погубил мой народ! Я хочу отомстить ему. Я хоть мал, но его не боюсь. Поскорее буди его». Вошла жена Корендо в чум и разбудила его. После того она вышла к у няны и снова запела. «Могучий Корендо проснулся. Он сейчас надевает крылья. Сейчас он выйдет из чума и будет с тобой сражаться». У няны стал кружить над самым чумом Корендо. Смело стал вызывать его. «Корендо! Корендо! Корендо! Скорее выходи на битву!» В ответ из чума раздался хриплый голос людоеда. «У няны! У няны! У няны! Подожди! Подожди немного! Поем я! Поем сначала!» У няны запел. «Зачем тебе есть, Корендо? Недолго тебе жить осталось. За наших людей отомщу я!» Хриплым голосом Корендо ответил ему. «Уняны, уняны, уняны! Подожди, пока я обуюсь!» Уняны запел. «Зачем тебе обуваться? Недолго тебе жить осталось. За наших людей отомщу я!» Корендо запел. «Уняны, уняны, уняны! Подожди, я крылья надену!» Но уняны не отставал от него и настойчиво пел. «Корендо, Корендо, Корендо! Что ты медлишь, Корендо? Выходи, выходи скорее! За наших людей отомщу я!» Тут огромный, толстый, тяжелый Корендо вылетел из чума и бросился на уняны. Но легкий, проворный уняны быстро и ловко поднялся высоко в небо. Корендо машет своими крыльями, хочет выше уняны подняться. Но уняны все у него над головой кружит, не отстает от него. Долго летали. Уняны все время выше Корендо летает. Не может Корендо его догнать.
не может ударить. Стал Корендо уставать, запел. Уняны, уняны, подожди, подожди, пониже, пониже спустись. На такой высоте не умею биться. Кружится у меня голова. Засмеялся Уняны, а ответил людоеду. Корендо, 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 почему эта голова закружилась? Я к тебе спускаться не буду. За наших людей с тобой сражаюсь. За братьев, сестер тебе отомщу я. Сломаю, сомну твои крылья. Кинулся Уняны на Корендо, стал кругами летать над ним. Летает, сам громко поет. Корендо, Корендо, Корендо. Перестанешь глотать людей, перестанешь опустошать стойбище. Пришел теперь твой конец. Налетел он на Корендо и сломал ему крылья. Упал толстый Корендо камнем, ударился о землю, брюхо его лопнуло. И вышли из его брюха все люди, которых он проглотил. В свое стойбище, в свои чумы все пошли. Снова жить стали.